Так, значит, у нас вот такая вот система подъехала. Оказывается, это роглайк, а я их терпеть не могу. Но вселенная, задумка интересная. Типа за смерть надо играть. Да, за смерть надо играть. Типа так есть. Ну, блин, это роглайк, но не то, что прям я супер ненавижу, конечно, эти игры. Некоторые цепляют, можно поиграть. Вот это, например, своим пока что внешним видом заинтересовало меня. Вот. Так, ну пока Twitch работает, можно пока стримить на Twitch. Никто не знает, сколько дней осталось ему. Надеюсь, не последний день. Надеюсь. Но если что, я уже подготовился, я все сделал как надо. И где надо. Осталось заждаться блокировки Твича. И все, в принципе. Можно переезжать. Но так как не особо хотелось, конечно, этого. Сейчас бы еще постримить здесь. Нормальная такая контора. Нормальная такая контора. Почему нет? В принципе, мне не страшно, если даже будет. Не будем о грустном. Сегодня, возможно, даже киберпанк поиграем. Еще. Инсульт. Ой, это ты зря. Ну, типа глупел? Или состарился? Смерть. Смерть. Но особо ничего не жду такого сверхъестественного, но выглядит прикольно. Выглядит как бы классно, вот эта анимационная часть. Что вообще происходит? Кого? Эй, что такое светлый? Да, ну свет поменьше. Слишком ярко. VIP. VIP лифт. На X стандартно бить. Тут, сказать, тут на Y, на B еще будет.
Не, не надо ничего сочинять. Есть проверенная временем инструкция. Нужно всего лишь... Да, это же наш директор. Ой, как раз вовремя. У нас тут творится настоящий ад. Брэд решил пускать всех подряд без проверок. Все до последнего дела страшно перегружены. Да и я тоже. Будьте добры, поговорите с скорбями. Это ведь они постарались. С возвращением, господин директор. Приятной вам смерти. Патрик, детали. Детали от Патрика. А, я и не сразу понял, что у него мачете. По голову. Администратор. При жизни Патрика Банденс стал жертвой бессердечного розыгрыша. Кто-то из коллег ради шутки стащил у бедняги очки, и Патрик сослепу сжег свое любимое блюдо. Когда пошел разогревать его в столовке, он не забыл проткнуть фольгу вилкой, но случайно положил контейнер не в микроволновку, а в ядерный реактор. Классный офис у него. Где рядом с микроволновкой ядерный реактор стоит. Ну и незаметно запать микроволновкой. Рог-лайк, ну ладно. Гаррет, о, Грэсбус. Ну что, пора навести у нас в смерти порядок. Только давайте без травм на старте. Death Inc. Welcome Afterlife. Мы с тобой смотрели трейлер, ролик вчера, да. Welcome to Afterlife. Как она заебала всех уже. Как же все раздражают эту смерть. Чё такое? Отлично, вот, спасибо. Скорщу надо. Легкость 3.0. Лично я собираюсь сделать присед с вытягиванием. Угу. Ну да. Очень просто, кстати. Знакомимся, это Клод по прозвищу Шарик. Он решил что-то там... Классный шарик. Стандарты. Стандарты всяких платформеров. Да, вот так вот. Главное, чтобы это была не метро и дания игра. Это вообще комбо, блин. Бегемолот. Тяжеловато, но кто хочет... Но кто хочет, ищет возможности. Брать или нет? А здесь РБ. Молотильня. У нас в ЗАО смерть сотрудникам палец в рот не кладем. Бетиночку. Попробуйте сочетать с Y. А, ничего себе. Вот это да. Ярость. В ЗАО. Страсть. Он тоже за ярость, да, раскладывается? Ну, видок у вас, босс, вы ранены? В смысле, я урон не получил, но вот часто меня ударил. Не понял. Где?
Они мразом стрелять раны. Лиза по здоровью она не вернет, но все равно очень даже неплохо. Правда, все может держать не больше трех. Скотина. Отлично, босс. Вы заметно потянулись. Молодцом. Не будем забывать, что пока вам подсели мои друзья, они дали вам большую фору, потому что они мне все должны кофеек. А вообще будете по-настоящему бутиночку, а? Очень хорошо, слава небесам. В следующий раз обучение можно пропустить. Конечно. Покажите им всем, босс. Да, как же, блядь, заебало это меня. Можно и без обучения было, в принципе. Как летающих не первый раз увидел. Я бы особо немножко улучшить. Можно, не надо. Понял. Чуть-чуть плохо все. Тыква.
Это что такое? Это, это офис. Блин, реально только как офис. Блин, чё эти здесь зомби были такие здоровые? Уровень сразу по-другому, кстати, начал выглядеть. Я. Ага. Лифт. Снаряжение призмиум. Отдел инвестиций. Кому? Ну, давай туда. Это вниз. Не. Или это вверх было? Ощ. Штуковина. Это что такое? Надо выбросить это. Ох, как высоко. Как обратно-то забраться? На пол хп вынес. Ты дурак. Да че он такой же сильный? Ладно, какие-то золотишки золотал. Золотишко чуть-чуть. Угу. Блин. У меня ни выстрела, ни молота нету. Так. Подготовил круговую диаграмму колодца для отчета по стажировке. Ага. Как только вы босса выбрали, тут же засасывает соответствующую душу. Ух, щекотно, наверное, я. Что? Блять, Окей, ладно. Специальная система, ну это плата, понятно. Блин, у меня, по-моему, 13 было душ. Куда они делись? Патрик. А почти Гриетта и Патрик рядом? А что там делают? Состояние директора уметает, говорит. Все нормально у меня в состоянии. Кружка. Шо?
какой-то бонус. Я вот этих больших минимум не стильвую. Ну, ни за что, блядь. Ну, давай. Чучело. Успел. В этот раз их прям много было. Отлично. Нихера. Типа магии, что ли, что-то какое-то. Тут только же чистил эти руки. Опять поднялись. Так, мне наверх. Опасный этаж, да, поехали. Подвал. И как-то попал там. Так, и чем опасный? Ладно, опасный реально. Эй, дядь, отъебись. Реально, я тебе говорю. А, так у меня приступ бешенства есть. О. Нормально. Братцы. Орел так сделал. Давай. Здесь урон еще. Чуть-чуть. Призмиум. Класс. Супер. О. Нихуя себе. Ладно. Что-то не супер опасный ты этаж. Отдел кадров ты лоша. Вот тут, наверное, опасный этаж был. Отдел кадров все-таки. Попрошу принимать тоже. Съехал быстро. Сорок золотых. Мне такой надо. Пять рогалики, сучи. Ладно, это вроде как прикольно.
Блин, очки все пропадают. Ёбаный рогалик. Лифту. Ну блин, а мне прокачаться где? Алло. Сука. Тогда вас выведу. Все нельзя. Ну, заебись. Нормальнички. Блин, вот это получение дэмэджа что-то не ощущается. Чуть-чуть. Мистер Уша. Да, решил покинуть так, кабинет. С вами Левизуаз Завод Смерть. Продолжает функционировать. Так, карточки. 15% скидки. Смертельный удар оставит вам одну очку здоровья. Месть. Плюс один к максимальному очку здоровья всегда. Наш сорви голову. Выдал вам проклятие, и настроение сразу улучшилось. Ну, спасибо. Скотина. А если у меня будет одно хп, получается, я урон не получу. Не, проверять не хочу. Да хорош! Хватит. Два раза отпало. Глычуга. Так, снаряжение опасный этаж. Я вот здесь не был, да, посмотри. Магия. Ну, их еще и двое. Класс. Что тебе такое? Мириады звезды. Ударная волна тоже сюда дала. Ага. Ага.
Нахуй-то. Хорошо, это восстанавливается штука. Эссенция, сейф, консультация по вопросам маны. У меня вопрос есть. Куда мне ты щеля? А я, бля, кто нахуй? Самолетик. Да, блядь, офисный ты работник, сука, работяга, тварь. Заебешь. Нормально. Как он впитывающий? О, застрял. А я. Ага, и чё? А я могу так. Сюда. Чё, лифта давно нету. Компании кризис с лифтами, да? Дефинг. А вот лифт там. Кабинет смерть менеджера. Не, в отдел кадров не пойду. Плохой опыт. И чё такое? Только не говори, что это босс. Чё-то как-то грустно. А можно не надо? Я все по новой. Неплохой трей. Вот так микробосс был.
моя. Так, я тебя оставлю, наверное. Не хочу освобождать его. Это что-то быстро уровень прошел. Отдел инвестиций. Ну давай, давай. Что у тебя есть? Дают один контрагент. Синдром злого босса. Но за дополнительную ранность получит удар. Плюс 5 защиты на 10 секунд. Эссенции, но я их проебываю, все эссенции. Да, проклятие. Месть. Хотя... Да вот и там. Блин, из них не падает ничего. Ну вот, ладно, что-то упало. Сюда их. То есть вот эти бонусы можно развивать сначала, до того, как упадут, и можно получить эссенцию из-за них, за это, а не шмотку. Понял. Так, не хочу их трогать. Бля, вот с этим надо все равно сразиться, окей. Ну давай. Абуба. Отстань. Я. Гений. Ну ладно, окей. И без этого падает сенса.
Рассекунай. А за счет чего они пускаются? За гнев или за магию? О, магазин, да, давай сюда. Магазин-то мне не надо. Марк. Зомби. Да. Ну и заварили наши ребята, кажу, а? А вы молодцы, кто-то будет терся и все. Да, давай посмотрим, что тут. Распродажа 20-30-40. Че это? Взрыв. Кофеек. Дорого. Угу. Беру. Контракт какой-то, ставка. Плюс 30 маны. Ага, класс. У меня нет столько душ. Не за что. Ударная волна. Легкий способ избавиться от надоедливых подчиненных, а также пыли. Бесполезная, конечно, штука, ну ладно. Мастерская, давай. А, так это все-таки босс был. Блять, я думал, это микробосс. Нет, это босс. Оу, щит. Джейк. Бать, ты чё такое? За эссенцию, за призму. Сколько надо? Понял. Десят надо на первый уровень. Мне не смешно вот смеяться. Орел. А вы когда это был? Сколько тебе лет? Скоро бы что-то распоясить, но зато я тут кое-что придумал специально для вас. Спасибо. Чё? Опять за души надо что-то продавать? А, за призмиум. И сколько? Дуплет и серпа. Ясно. И там. Пост охраны бренда. Угу. Сначала я, вопрос очень важный. Не, не замечал. А, это хилка, да, окей. Надоедливый тварь.
Брэд. Какого черта у нас происходит? Это такой наплыв душ. Какая разница? Кто такой вообще старикан мумифицированный? Ага. Вот это босс. Ебать, жесткий босс. Подло. Нельзя пройти. Почему же? Когда он в атаке, под ним нельзя пройти. Блядь, не накодили. Разрабы не накодили. Все по новой. Ебучий рогатый. Ну и прилетел вам, босс. В порядке? В смысле, что, конечно, очень уважаю мистера Брэда, но он просто-напросто зазнался. Да. Почему под ним нельзя было пройти? Ёбаный ранний доступ. Ну, а что такое? А, конфликт интересов с руководством. О, это да, это сложность. Саву смерть. Булкачки-брики. Так, тут с ним говорить не надо. Че такое? Ну, мой. Угу. Вернулся нормаль. Нормалёк, нормалёк. Давай за снаряжение. Резня. Что делает? А. Мне все-таки нравится больше.
кабинет смерт-менеджера. Не, в пизме. Сложный это смерт-менеджер. Угу. Окей. На тот свет. В смысле, так я смерть. Как мне на тот свет? It's impossible. Георгиан. Лух есть здесь. Ты кто? Ой, это мне надо. Копьецо. Ать, скидка. Класс. Одним махом укоротить список сотрудников вдвое. Супер. Давай. Тоже сюда. Железная рука. Дороговато. 350 врагов косой. Владислав. Прям вообще вопрос-вопрос. Шкафотерапия. Хорошо, слитки остаются после смерти. Я думал, уж все. Совсем ничего не будет. Блять, ёбаные рогалики. Я сейчас запущу самолетик, ага. Так, отдел кадров. Ладно, пришло время. Я второго не переживу. Ладно, пережил. Блять, не пережил. Тварь. Да этот трай плохой вообще.
Кобыла. Или не кобыла. Опа. Боинги он мне тут свои пускает. А ну, проще. Ой, что такое? Что такое? Не понял, что это было. Призмы какие-то. Окей. Брэд! Я доберусь, сука, до тебя. Удар вам. Миноник оф тайм. Переход один. Коса плюс 2 урона. С 50 при приглашении аниме. Зланима. Инкубация. Постепенный урон. Угу. Суммируется. Давай вот это выберем. Выдало проклятие, и сразу настроение улучшилось. Какой-то весельчак. Погоди, оно к косе применяется? Я-то этот... Да, применяется. Я вот вижу 12-13. Вот он. Сейф, давай сюда сейф. Интересный круг вообще пройти можно? Я смогу ли я пройти или что? Или только какой-то первый акт из 50? Да. Ну шо, все, да. Расикунай. Это мне нравится, кстати. А ну, шо? Опять свои боинги пускает. Засранец. Пускает он, блин, боинги. Антиштраф. Нейтрализовать проклятие, к которому прилагается штраф. А можно без штрафа? Нет. Это есть сейф? Призмем снаряжение, да, снаряжение. Нужно было в эссенцию, конечно, сходить. Ну, подожди. Давай немножко оружие пособирай. Расекунай неплохой. Блин, надо Брэда еще закреплять, как это так причем. Давай возьмем. Топ-яйцо.
поменять. Что делает? Ага. Очень долгая кода. Ладно, давай. Блин, сколько урона-то? Подожди. 25 урона. 2 десятые секунды. Правильно же, да? Длится анимация. Количество использования 1. Не, огненный стрел бы я бы взял все-таки. Я могу 4 штуки вот прям вот, вот так вот накинуть. 4 получается, ну, 60 тоже урона. Заполнилось быстрее, чем КД у капеца. Самое главное. Опасный этаж. Блин, от смерт-менеджера можно отъехать быстро. Ну ладно, давай попробуем его. Там тоже бонус какие-то даются за их зачистку. Еще. Можно их 5 сделать, чтобы 10 тысяч раз не загружаться. А я? Ай-ой. Ну, это было простецкое. Простецкое. Как можно было слиться на этом дурочке? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Взял и слился. Блин, а вот так вот, вот механики-то немножко посмотришь так, вроде как интересно играть. Именно вот в этом. На стороне нет. Остальные неинтересные. Вроде как. VIP. Have a nice day. Have a nice day. Ё, больно, 10 хп. Блин, проверил. Ага, лучше бы не проверял. А ну отстань. Чего, блядь? Дорого. Что-то падает все-таки. Даже 20 штук, да. Каков шанс? Хз. Интересно, карты, которые я получаю у Ташона, они остаются после смерти или нет? А, тут карта есть, да? А, да? Плащ. Плащ от оружия, разве? Зал смерти. Зал вечности, кабинет директора. Еще много мест, где не был. Я думал, всю игру уже пришел. Ага, сейчас. Ага, сейчас. Проклятие. Чего это оно означает?
Непонятно. Чё фиолетовое, чё серое? Иди. Капец, не убила. Are you kidding me? Ну! На ровном месте здоровье теряю. Such disappointment. Что здесь такое? Я. Взял, да? Пойди, мана. А мана что не заполняется? Что-то глупо. Мне кажется, я уже где-то здесь лифт. Здесь лифт. Опа. Коса. Коса. Я пошел за косой. Скорее всего, это улучшение. Или новое оружие. Ударная волна. Это оружие. От струна, нахуй она надо. Что-то отрезать. Живучесть, если есть возможность, надо будет. Будет, если быть возможность, живучесть как-нибудь поднять. Не, в опасный этаж, да ну его нафиг, этого веревочного. Хотя его можно, в принципе, победить. Веревочников можно, в принципе, и выиграть. Я! Не вниз задел, понял, да? Молот пора. Давай возьмем его вместо ударной, да? Ударная как пташка. Ну, камон, ловлю. Понял, понял. И... Пиздак, сломан. Блять. Я бы вообще офигел, если бы он меня убил.
Наверное, вот так вот поменяю. Супир. Супир. Что за новое? Опять урона. Не то, что я, конечно, ожидал, но все-таки тоже понятно. Так, что у нас тут? Плюс 5 очков здоровья. Инфузия кровотечения. Не коси меня косой. Временно плюс 5% к урону после применения. Кровотечение давай. Вы буквально меня огорошили. Что это за эффект такой? Огорушивание. Фух, кровотечение, да, сучка. Наконец-то я его увидел. Жестко. Он не пассивный, он только при прямой атаке. Тоже неплохо, когда дополнительный урон вообще балдерно. Как яйцо. Наберешь. У меня вопросы с маной. Че, как дела с маной? Дурно. Так, что тут заклинание? Больно. Бобо. Мне одно проклятие, не другое. Смена проклятия. Если вас не устраивает условие проклятия, его можно поменять на что-нибудь другое. А где? Извини, а где? Где-то? Мне бы косу бы улучшить. С хп держу в курсе. Может быть, хп как-нибудь организуем? Накодим, допустим, куда-нибудь. Хотелось бы, да, приобрести хп побольше. Ну, здорово. Коса. 55 у меня. Дискоса. Long range. Да. Сапризмиум. Да, хуй. Может быть, договоримся?
Ну, надо... Нет призмиума. Нету призмиума. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Нихуя не делать. Плюс один снаряд. Сюда. 5 очков не буду, так 50, да, все стоит? Я надеюсь, это сохранится улучшение. Пост охраны, Брэд. 15 хп, ничего мне с тобой делать, 15 хп. Крайне неудачно как-то. Эй, вот и я умер, блядь. Ни аптечек, ни здоровья. Кому? Чё, блядь, кто нахуй? Блин, Брэд какой-то мутак. Сука. Мучает. Ну ладно, второй раз до него добрался. Прогресс есть. Так, мастерская. Пиздец. Не сохранилось лучше. Еще бану сохранить. Ага. Босс, есть минута? Я насчет видео, которое Брэд выложил в нашей локальной сети. Если что, я его не лайкал. Просто посмотреть не могу. Как Брэд вас клашматит на глазах у всей компании. Так вот, один щелк мышей. Блин, быстро, слишком быстро исчезло. Один щелчок мыши и все. И его счета заблокированы. Блокирую я, разрешаю. Блин, сука, трудно. Блин, такой навык, пассивку точнее получил. Кровотечение классно. И крендель, конечно. Я. Здоровье, кстати, организовал. Спасибо, но мне сейчас не надо. Мне чуть попозже было нужно было, скорее всего. Одет мадемуазели. Мадемуазели не вижу. Крипов. Ой, блядь. Потерял на этом дерьме. Вау! Супер! Супер! То, что надо. Блин, вот бы пораньше бы эту штуку бы найти было бы в предыдущих троях.
Аптеку бы на... Сыпни-ка аптеку мне. Вот это приятненько. Попробовать другое что-нибудь, не только X. Алистер. Ебать. Что? Алистер. Что? Окей. Конечно, релевантнее было бы... О, мадемуазели. Ставить что-нибудь метающее и что-нибудь использующее ману. Ну ладно, и так сойдет. Мать, здоровье попёрло. Аптечки. Где? Можно лучше аптечку? Есть. Сплошное здоровье начало падать. Спасибо, спасибо, накодили. Нормально. Поехали лутать этого чела. О, здравствуй, здравствуй. Ну-ка, наколдуй-ка мне что-нибудь. Переход один. Спить маны. Месть. Эти карточки сбрасывают, потому что я уже такой брал. А если она мне попалась опять, значит сбрасываются. Да, вот это. Я бы выбрал другое, ну ладно. Ну пошел нахуй. Ну пошел нахуй. О, это аптечка была. И наныл. Окуярин. Блин, ну ты серьезно? Ну это, сука, ну как тебе сложно? Это еще хрен, ну поймешь, что вообще происходит? Надо предугадывать, как, что он будет делать.
То ли бить, то ли использовать веревку. Ультовать. И гандон, что сказать. Шекл. Железная рука. Крут кинжал. Рапира. Кинжал подлеца. Кинжал под ребро вообще неприятно, да. Бумеранг, спичка, когти тьмы. Смерти цена. Жертва. Владислав. Здесь 50 пытает. Кинжал под лица. Перо под ребро. Ладно, дождусь скидки. Крут кинжал. Получить сенсию. Вжух резак. Нанести 500 единиц урона одним ударом. Пас. Супер. Супер. Перекусы. Это временно все. Мазель, идемте сюда. Так, это аптечка. Отлично. Тут внезапно ты... Плащ, здесь крона. Беру. Предсказуемо, ужасного вам дня, босс. Предсказуемо. Ты читаешь меня как книжку? Не надо. Что-то не вижу урона. 10% к урону или что? Там как вроде как единиц. То. Бонусы. Нет, плюс 10 к урону. Начали отображаться. Окей. Было внезапно.
призму. И сюда. Заебешь. Хе-я! Ну хорош появляться там уже. За здоровье спасибо. Эссенция призмиум. Сюда. Еще один. Не трожь. Окей, не надо. Так вот надо. Мне не хотела. Арасикунар. Наконец-то годный отчет пошел. Заебал этот смерт-менеджер. Не поддается. Грустно. По здоровью. 5 урон, 10-6 секунд. Эффект при убийстве врага. Ярость гневима. Да вот это. Какой неожиданный выбор. Вы меня буквально огорошили. Да заколебалась со своей наводкой.
Ладно, мразота. Мне эта тварь пора. Магазин. Наверное, в магазин надо было сходить. Купить здоровье. Блин. Блин, 12 хп. Надо было идти в магазин, да. Ладно. Отпуск нахуй. На пенсию, я бы сказал даже. Отдыхать. Так, ну здесь кого ничего не купить. Пинжал, а, пинжал под лица, в принципе, можно, да. Карастро. Купите сумрака. Главное, чтобы еще все это выпадать начинало. А то что-то не падает. Или оно открывается в мастерской? Это вот интересно. Я. Ну, контрагент один. Месть. Ля. От каждого полученного удара защита. Блин, ну типа... Ну это 10 секунд. Если бы один раз получил удар бы и на всю катку, было бы неплохо. Синдром злого босса. Позор, блядь. Ну, до этого давай возьмем. Обожаю это проклятие, точнее, обожаю его выписывать. Конечно, получать урон неохота. Быстро.
Куда? Блять, золото упало. Почему под карту? Почему не ко мне? Тварюка. Что делает? Ля. Хуйта какая-то. А ну иди сюда. Нормально, они больших станет. Класс. Супер. Купите сумку. Сейф, эссенция, на снаряжение. Эссенция, да? Нет. Да. Блять, снаряжение выбрал. Не важно. Ну, сейчас хорошо золото упало. Не провалилось. А ну давай нападай. Ну давай, давай, нападай. Я себе, блядь. Это гнев с Эльриком был. С вот этой вот эссенцией. Не, подожди, когти сундукова, так они называются. Абуба. Магазин, наверное, был. Надо. Наверное. Ну, прыгни. Почему я получаю только? Хватит, завязываю. Пиздец. Это что за унижение? Здесь вот нужна была ярость, которую я потратил. Ладно. Прям нужна была срочно ярость, которую я как бы дам. Которую как бы я вот все. Have a nice day, bitch. Прям вот да, вот так вот. Ситуация в одну фразу.
копиться такое, конечно, себе. Ну, а ты дай мне прыгнуть-то. Малыш, что ли? Пол хп потерял на этом. Стерва. Кайф. Ну давай попробуем. Какого дела? Так дело не пойдет. 25 хп. Вот поза предыдущем трае там столько хп лилось. Где оно теперь? Неужели за всю игру только в том трае будет столько хп? Говно, говнинская, конская. Блин, мадемуазели вот эти вот, конечно, бесячие. Пошел нахер. Ты охуел? На, получай. Мана, а вот заклинаний-то нету. Чему они сплошные толпы мадемуазели, я не понял. Сплошные мадемуазели. Не кпитесь. Так, отмена боингов. Сказал, блять, отмена нахуй. Есть как-то. Фика, нормалек. Нормалек, пофига дали.
Здорово, здорово. Касай плащ. Плаща нету. Плаща нету, а я в тот раз взял карточку на плащ по здесь урона. Понял, пень. Легкая сталь. Обновляет рывок. Касай плащ. Прошу, можете идти, директор. Проклятие готово. О, 10. Неплохо. Магазин. Давай магазин. Нужен магазин, 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 магазин. Музыка здесь неплохая такая. Прикольненько. Кофеёк. Куплю. Бегемолот. Призмы нет. Призмы нет. Опа. Блин, Брэд. Блин, Брэд. Он мне сейчас за один раз снесет. Ну ладно. Раз смерть, так и её. Так, она есть. Снова вы, честно, босс. Уже просто смешно. Вы же видите, я вас одной левой делаю. В таком случае, предлагаю тебе продемонстрировать это еще раз или приди к очевидному выводу. Сань. Можешь отстать от меня уже. 4 хп держу в курсе. Я половину даже не достигаю. Супер. И половины нет. От его хп. Ну, типа, он не тратит половину даже. Бля. Классно. Классный рандом. Давай еще попробуем. Что такое? Боссу по мордасам. Ну, угадайте, что было дальше. Только не... Оно самое хорошо, хоть в самом деле видео с дракой толком ничего не разобрать. Только как бы он с помпой играет. А ты не можешь удалить эти посты? Это и диалог был. Так, что здесь? Супер. Супер. Два раза в Брэда убить. Блять, говно. Кукти тьмы. Кукти тьмы. Дайте до конца. Блин. Все куплено, блин. Куплено, блин. Что такое? О, босс. У нас с ребятами к вам вопрос. Так, давай, давай. Говорит, вы решили закрыть глазницы на бесконечный выпуск Брэда? Да. Это он совсем охерел. Поездка из следующего заседания профсоюза, потому что к нему явно особое отношение. Блять, как мне этот Брэд заебал? Ни оружия, ни здоровья.
кстати, мало здоровья прибавило. Бля. Чё тут? Книжка. Бесконечный круг. Over and over. Ну, мадемуазели такие плотные, капец. Коса не берет их с первого раза. Можно было избежать вот этого дерьма. Ебаный Миядзаки, блядь. Ну, я пошел все, да, покидам. Я не хочу быть тут. Последний этаж, да, не был мне. Over and over again. Fuck. No. Please. Еще не всеми попадаешь, и урон не проходит, естественно. Да, блядь, получил пиздак. Чё-то вообще грустно становится тут. Туда их. Куда ты собрался? Ну, мадемуазель опять подъехала. Да хуя мадемуазелей. Yeah.
Плащ. А плаща-то нет у меня. Временно к применению. Пойдет, в принципе. Заколдованная пушка. Я бы выбрал другое, но хорошо. Мне было лучше. О, магазин. А вариантов нет. Хуйта. Шансов немного. Вы каждый раз еще пытаетесь пошутить. Почему? Зачем это сделать? Ладно. Лечение одно. Альт 4.